Дорогие друзья, минуточку вашего внимания. Сейчас на канале проходит долгожданный конкурс, где шанс победы очень велик. Так что не упусти возможность выиграть супер призы. Ссылка на конкурс находится в описании. Также, если ты хочешь со мной играть на 4-м сервере, то промокод ЧКНД даст тебе изи бабосики на 1-м уровне. А я вам желаю приятного просмотра. Поехали! Бабок очень много хочет, и работа реально очень сложная. Вы прикиньте, такого человека потерять, и сколько у него имущества, денег, связей. Но значит, не судьба. Не грабить же вам банк. Слушай, а это так-то идея. Кстати, слышал, один маленький, полненький дяденька хотел открыть ювелирку. Можно как раз-таки проехать и посмотреть, открылся или нет. А вот и она. Все-таки открылась наша ювелирка. Да, и райончик спальный. Даже охранника не поставили. Блин, стоит и подкатывает свои яйца. Что за человек-то? Попросил его нормально. Ну что, парни, когда будем опустошать прилавки? Да ладно, там нет камер даже. Неа, там настолько все просто, как будто он купил себе только товар и арендовал помещение. Все, продавщица вообще кайна, отъебись. Про товар вообще не шарит. Думаю, стоит попробовать. И когда будем это реализовывать? Ну, чтоб время зря не терять, предлагаю завтра утром. Как обстановка? Все четко, главное самим не проебаться. Тут я с тобой полностью солидарен. Раз уж все посмотрели, предлагаю вернуться домой и готовиться к завтрашнему дню. Двинули. Ну что, парни, готовы? Да только очковато что-то. Да не ссы, Димасик. Мы с тобой через столько прошли. Дороги назад уже нет. Как говорится, либо мы их, либо они нас. Ладно, погнали. Откуда машина, Мишань? Да у одного пустослова отжал тачку. А по движку все нормально? Не подведет? В этом можешь не сомневаться. Она готова к поездке на все 100%. Мужики, просыпаемся. Ну что, парни, готовы обогатиться? Ух, что-то у меня плохое предчувствие, что все пойдет по пи***е. Димасик, не переживай, мы все вместе будем действовать и друг друга прикрывать. Предлагаю, чтобы кто-то из нас остался на улице и докладывал всю обстановку. Армен, думаю, лучше тебе тут остаться и, ну, на всякий случай откроешь огонь, если что-то пойдет не по плану. Хорошо, тогда я пока что поищу, как залезть на дом. Буду сидеть на крыше, по рации вам доложу. Рация у меня есть. Главное, сами не забудьте с машины взять на заднем сиденье. Хорошо. Кликухи какие у нас будут во время ограбления, чтобы не спалить свои имена? Хе, ну давай я буду Джек Воробей. Оригинальный ты, Миш. Я буду моряком, а ты Армен. Да мне без разницы. Ну пусть будет Чиканде. Пора и маски одеть, мужики. Настраиваете волну 22, о готовности и выходе я вам доложу. Приняли, будем ждать твоей команды. Так, неподалеку я видел повисшую пальму. По ней можно попробовать забраться на крышу и следить за всем происходящим. Главное сейчас не привлечь на себя внимание. Вроде по сторонам никого нету, это шанс остаться незаметным. А вот и та самая пальма. Ну, с богом. Ух, лишь бы не свалиться с нее. Фух, у меня получилось. Самая хорошая позиция, чтобы прикрыть своих пацанов. Ох, тут придется еще прыгать. А ну? А я еще полон сил. Так, тут надо пригнуться, чтобы она раньше времени меня не увидела. И не нажала на кнопку тревоги. Ага, та же продавщица в магазине. Никого вокруг ювелирки тоже нету. Все тихо. Пора и пацанов подтягивать. Прием, прием, как меня слышно? Прием, прием, слышим тебя. Как обстановочка? Тишина в магазине. Вижу только одну девушку. По периметру также никого нету. Можете выдвигаться. Слышим тебя. Это огромное.
ограбление, мать твою, руки вверх, чтоб я видел, к сине лицом подошла. Рыбнешь, я тебе прострелю кошку. Морбей, бери, что видишь, и закидывай все в портфель. В темпе, мужики, работайте, у нас мало времени. Вы чё там стреляете? Моряк, ты чё, долбанный, что ты наделал? Легче будем брать всё золото, ложи давай бегом. Ой, блять, вы такой шум сейчас подняли. Берите последний и валите нахрен оттуда. Сейчас ещё копов вызовут жителей, пиздец нам. Моряк, валим. Моряк, ты чё там стоишь? Беги оттуда, к воробью! Он по хуйне всё взял. Сейчас я быстро свой портфель заполню. Нормально, я взял, вали оттуда, придурок. Сука, менты приехали. Моряк, прием, там патрулька приехала. Вали оттуда, пока можешь. Блин. Воробей, прием. Подъедь к углу ювелирки, чтоб свалить нахрен. Моряк, выходи и прыгай в тачку, она будет сбоку дома, с правой стороны. Пиздец, надо срочно менять позицию, меня спалили. А, куда бежать? Может, я вообще ебнулся, но надо попробовать попасть на другую крышу. Была не была. Погнали. Да, сука, у меня это получилось, я живой. Так, где моя рация? Моряк, я тебя прикрою, выходи с заложником. Я тебя услышал. Подошла сюда. Выходишь медленно и не рыпаешься. Только попробуйте открыть огонь. Сразу убью ее. Я здесь не один. Не я, так другие прихлопнут ее. В ваших же интересах не потерять человека. Отпустите эту девушку, она здесь ни при чем. Мы вас отпустим, только не стреляйте. Сука, Димон! О, здорово, Армен. Нормен, ты даешь. Малорик, как тут охуенно. Тепло, девчонки. Ух, что-то у меня плохое предчувствие, что все пойдет по... Суки, что вы сразу спрятались? Выходите! Дима, ты меня слышишь? Дима! Мы уже ему ничем не поможем. Он еще живой! Живой! Прыгай в тачку, пока тебя с ним вместе с ним на тот свет не отправили. Я сзади пиццерию стою, давай быстрее жду. Сука, сука! Да. Запрыгивай! Давай Диму подберем, нельзя его там бросать. Успокойся уже, а? У тебя шок. Ему реально пришла хана, его больше нету. Сука, нахуй мы вообще начали грабить эту ювелирку? Без плана и без подготовки. План был хороший, пока Дима не начал стрелять. Ой, дурак, вообще головы нет на плечах. Столько проблем сейчас из-за стрельбы. Вот и поплатился своей жизнью. Дурдом! Сейчас куда едем? Надо тачку скинуть и пересесть на Ауди. Хорошо, а где она стоит? Она стоит на парковке возле торгового центра. Сейчас пару кружков дадим и проверим, нет ли хвоста за нами. Заезжаем на парковку, меняем тачку. Едем со спокойной душой домой. Ага, со спокойной. Димы нет больше. Бля, Армен, плохи у нас, похоже, дела. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели до конца этот ролик. Прожмите, пожалуйста, свой царский лайк, ведь я опять не спал всю ночь и делал этот видос. А если ты новенький и не подписан, то скорее подписывайся, ведь ролики получаются очень жаркие.